Армяне обстреляли Шушу ракетами «Искандер-М». Откуда они у армянской армии? Этих ракет не должно быть у них. Это уже очевидное доказательство военного преступления Армении. Об этом 12 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия парка военных трофеев в Баку. «Мы требуем ответа, каким образом это смертоносное оружие попало в руки Армении. Мы пока не получили ответа, но получим его. Пусть все увидят Шушу, наш древний город, который Армения пыталась уничтожить ракетами «Искандер-М». Она применила их после освобождения нами Шуши. Мы располагаем достаточной информацией. Просто ждем официального заявления. Пусть все увидят, что это очередное бесспорное доказательство армянского вандализма, военного преступления», — сказал глава государства. Шуши и бу Искандер-М ракетлерили армянлер атеше тутмуштулар. Кардандо бу ракетлер Ерменистан ордусунда. Бу ракетлер олмамалыйди. Артык бу Əyani sübutdur. Ermənistanın hərbi cinayətinin sübutudur. Və biz cavab istəyirik. Bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ala bilməmişik. Amma alacağıq. Hər kəs gəlsin görsün. Şuşanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistan İskəndər M raketləri ilə məhv etməyə çalışırdı. Şuşanı biz azad edəndən sonra bundan istifadə etdilər. Bizdə kifayət qədər məlumat var. Sadəcə olaraq biz rəsmi açıqlama gözləyirik. Hər kəs gəlib bunu görəcək. Erməni vəhşiliyinin, hərbi cinayətin növbəti əyani sübutudur. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.